Дмитрий Шабалдин – сын, папа двоих дочек, любимый муж. С начала специальной военной операции он защищал родину в составе 2-го батальона. Погиб при исполнении воинского долга. Этой осенью на его малой родине в селе Красный Яр Чердаклинского района установили мемориал в честь нашего защитника. Наша цель – сохранить память и передать потомкам, чтобы наши ребятишки, молодое поколение, видя имена современных героев, ребята однозначно герои, они отдали жизнь, самое дорогое, что у них было, ради нашей Родины, нашей великой страны, нашей России. 3 марта 2022 года колонна, в которой находился Дмитрий, попала в засаду в черте поселка Гостомель. БМП Дмитрия был подбит. Гвардии сержант Шабалдин с боем выводил раненых и уцелевших бойцов в безопасное место. При третьей попытке вывести из-под огня товарищей был смертельно ранен снайпером. Дмитрий награжден орденом мужества посмертно. Его мама Елена тяжело справляется с горем. Часто она вспоминает, как рос ее любимый сын, всегда активный в кругу друзей. Он у нас занимался спортом. Занимался карате у Головикина Евгения, да, Васильевича. Прозанимался 8 лет, ездил по России, был где-то, есть награды, да, награждения, и учился в 74-й школе. В Красном Яре в честь Дмитрия Шабалдина назвали новую улицу. Пока что она не застроена, но это вопрос времени. Вырастут дома, в них будут жить семьи, жива будет и вечная память о земляке-герое. Виктория Чиркова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.